Дорогие друзья, на сцене актриса Ольга Будина. Здравствуйте. Ненавижу войну. Ненавижу жертвы. Ненавижу, когда исчезают самые дорогие и самые лучшие. Песня, которую вы сейчас услышите, вам хорошо известна. «Разговор с портретом». Дочка с папой говорит, у портрета стоя, у меня котенок спит, плачет кукла Зоя. Во дворе мальчишка Сашка, у него собака, а еще машинка есть, а еще есть папа. А когда же ты приедешь? Мама обещала, я и кукла моя Зойка побежим к вокзалу, платье лучшее надену, как на день рождения. Мама торт нам приготовит, вот будет веселье. Мы с тобой пройдем по парку, пусть увидят все, что у Кати папа дома, а не на войне. И девчонка горько плачет, рядом плачет мама. Никогда они втроем не придут с вокзала, лишь усталые глаза на большом портрете, да кровавая звезда на пурпурной ленте. Во дворе мальчишка Сашка, у него собака, а еще машинка есть, а еще есть папа. Ольга Будина! Светлая память всем вернувшимся. Спасибо огромное, спасибо. Ну а следующей песней благодаря радио «Шансон» узнаем.